От золота богачей до меди бедняков. В Помпеях открылась выставка, посвященная украшениям погибшего древнеримского города. Ученые говорят, что именно ко времени извержения Везувия в 1 веке нашей эры древние римлянки стали массово использовать не только бижутерию, но и косметику, и дорогие ткани. Среди находок гребни для волос, зеркала, баночки для притирания и духов. Многие эти предметы найдены прямо на людях. Они брали с собой самое ценное и самое дорогое, чтобы потом эти вещи можно было использовать как экономический ресурс. Именно такие украшения помогали ученым выяснить, кем были их владельцы. Например, флакончик духов могли позволить себе лишь самые богатые. А вот золото было сравнительно доступным. Одна из самых знаменитых находок – золотой браслет, весящий более 600 граммов. В его честь даже назвали виллу в Помпеях. На другом браслете выбито «от господина его служанки». И ученые до сих пор спорят, понимать ли фразу буквально или в переносном смысле.